На этой неделе, 19 января, верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение. Тысячи людей традиционно принимают участие в крещенских купаниях. В Чувашии для этого оборудовано 134 купели, 4 из них в Чебоксарах. Сегодня их обследовала специальная комиссия. Именно сюда, к Свято-Троицкому монастырю в Чебоксарах, в крещенскую ночь ежегодно приезжает самое большое число горожан и гостей столицы. Здесь оборудовано купели глубиной не больше 1 метра 30 сантиметров. Это удобно и безопасно, подтверждают чебоксарские моржи. Водичка хорошая, бодрящая. Купаюсь я много, уже более 5 лет. Но крещение обязательно. Вода в крещении, она становится другая. И структура у нее меняется, и все. Она обладает целебными свойствами. Это уже мы проверено. Это года, которые у нас здесь проведены, мы все, это полное подтверждение. Вдохновение, настроение, бодрость. Ну, все дает. Сначала обливаться, ноги тренировать, контраст. Вот я, например, после 40 лет начала. Пройти к месту окунания можно по деревянным дорожкам. Для безопасности установили турникеты. Тут же палатка, в которой можно переодеться и согреться после святого омовения. Все время, в ночь с 18 на 19, здесь будут дежурить спасатели и медики, а также сотрудники полиции. И эти, и другие городские купели готовы и соответствуют нормам и требованиям. Таков итог проверки специальной комиссии. Будет 4 купели здесь, в Сосновке, на левом берегу Волги, около церкви на проспекте Тракторостроителей и в коттеджном городке Дубки. Думаем, что число желающих искупаться будет примерно столько же, сколько и в прошлом году. Но учитывая, что в прошлом году было чуть холоднее, а завтра обещают где-то плюс 3, чуть потеплее в этом году, может быть, и будет больше. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.